лицу. Итак, в реалиях нашей жизни встретить на дорогах общего пользования стоковую тундру практически нереально. Поэтому в нашем случае нам пришлось найти тундру последнего поколения, крайнего поколения, которая в максималке. То есть 1794 это топ-жирчик, а у нас еще и ТРД. Что же такое 1794? В чем же магия этих чисел? Ни в чем. Именно в этом году японцы бегали друг за другом с палками. Шутка, на самом деле это не так. В этом есть свой зашифрованный смысл. Смотрите, цифру 4 переставляем сюда. От 9 отнимаем 1, добавляем к 7. У нас получается 1488. Ладно, это тоже не с этой оперы. На самом деле, как аргументируют мерчендайзеры, которые там пытаются продать эти машины в Америке, именно этот год, это есть год основания ранчо, на котором сейчас выпускают эти автомобили. То есть, как бы странная история, да? Шутки шутками, но это одна из двух Тойот, которые сейчас стоят на конвейере. И эти две Тойоты, они не поставляются официально в Украину. То есть первая Тойота это GT86, Тундра. А, еще есть третья Тойота Камри, но это антитест-драйв. Которые я хотел бы снять. Поэтому если у вас есть GT86, пишите мне в личку. В нашем всем постсоветском колхозе эталоном крутости считается большая черная машина. Но... как я считаю, это все-таки какой-то пережиток прошлого, когда люди смотрели на машины правительства, то есть они все, всегда были преимущественно черные и большие. И поэтому какой-то такой вот отпечаток у них отложился. Но мне кажется, что нужно что-то с этим делать. И конкретно в этом случае машина не является крутой по умолчанию, ведь ее разрабатывали совершенно под другие цели. Она становится крутой только лишь по пересечению нашей границы, когда ее стоимость увеличивается в 2 раза и практически равна сотке баксов. То есть 100 тысяч баксов стоит такая тачка в максималке у нас, новая. А на территории США такая машина, соответственно, стоит 50, а минимальная, то есть с маленькой кабинкой, они начинаются от 25-28 тысяч. То есть это, в принципе, подъемные деньги. И в Америке на таких машинах ездят в основном только колхозники. Ведь кому нужен большой пикап с хреновеньким салоном и всем остальным? Только вози какой-то навоз, там грабли, лопаты и всякий прочий инвентарь. Задний откидывающийся бортик, конечно же, очень удобный. О, посмотрите на вот этот вот колхоз. Line X. Это любимая штука всех... владельцев пикапов и внедорожников. Они покрывают вот этой вот шнягой всю тачку. Ну, у тех, у кого машина более-менее новая, они не всю машину покрывают вот этим вот покрытием. Зачем это все делать? Это как баранник, только level up. Типа новый уровень, все типа круто, оно как бы не коцается. Да, оно не коцается. Ну, блин, зачем? Оно какое-то уродливое. Ну, наверное, оно просто скрывает все вот эти вот безобразные линии кузова этого автомобиля. Но, тем не менее, пройдемся дальше. Итак, про подмену понятий, почему это не крутая тачка. В стоке здесь стоят хромированные 20-е колеса. По факту, это являются колпаки, одетые на железные штамповки. Но у нас машина уже не сток, поэтому здесь стоят какие-то непонятные большие колеса, на которых зимой мы застряли на ровном месте буквально. Подвеска. Уже кинги стоят, это то есть крутые амортизаторы уровня Fox и тому подобного. То есть типа на ней можно прыгать, как и на Рапторе с завода. Идем дальше. Вот эта вот выезжающая подножка, это тоже не сток, но это очень удобная фишка, так как машина очень высокая. А так как у нас она еще и лифтованная, это просто must have. Спереди. Видите, резина нестандартная, поэтому зазорщики при выборе колеса, конечно же, оставляют желать большего. Также все тундроводы почему-то ставят кучу всяких огонечков, диодиков. В нашем случае это исключение. Здесь только 3 буквально светодиодика, типа как эти, как у грузовиков. Итак, 381 лошадиная сила.
544 крутящего момента. V8 5.7. Это топовый двигатель на этой модификации именно автомобиля. И, кстати, это третий V8, который мы тестируем подряд. То есть гелик был, потом СРТ и теперь этот. Этот, наверное, самый шумный. С этим выхлопом ТРДшным звучит он, конечно, классно, но очень уж громко. И ехать сзади, на заднем ряду, как-то не сильно комфортно. Ладно, про двигатель. Расход, конечно же, бензина много, 25 литров. Но сюда легко поставить газ. И в наших реалиях с газом ездить, в принципе, отлично. Теперь, к слову, это Toyota, поэтому здесь все очень дешево. Посмотрите на вот этот весь пластик, все хомутики, зажимчики. Ну, такое, да, защита от влаги и прочей фигни не очень. Но это Toyota, поэтому теоретически это должно быть надежным. Да? И также это большой, типа, дефорсированный немного двигатель, который тоже должен быть надежным. К слову, я не слышал какие-то проблемы по этим двигателям, поэтому, думаю, на этом подкапотной части мы закончим. И, я думаю, нужно проехаться. А вот эти вот провода, которые расположены между моторным отсеком, рамой и аркой колеса, это прямой троллинг компании Toyota, который показывает то, что это не внедорожник. И оффроуд противопоказан. К слову, к вот этим вот колпакам, которые идут хромированные в стоке 20-е, вот этот вот весь хром, он тоже является пластиком, за исключением бампера, что, конечно же, плюс. Вот это вот тоже пластик. Идем дальше. То, что еще забыл сказать. Багажный отсек ничем не прикрыт в стоке. Вот этот вот кофр, это тоже must-have для каждого пикапа-дрочера. Кстати, на свету вот этого черный цвет, он очень так дорого даже выглядит. Он какой-то такой не совсем стандартный. Но и тут есть немножко баранечка. Это, то есть, машина в родной краске. Вот это вот покрытие, типа антигравий. Это все заводское. Ну, в глаза не бросается, но по факту это колхоз тоже. Салончик. Слава богу, это не самая минимальная тундра. Вот если бы компания Lexus пыталась бы сделать лакшери пикап на базе Toyota, как они это обычно делают, вот было бы примерно то же самое. Коричневая кожа, типа вставки под дерево, которое таковым не является, и пластик дешевый, который, в принципе, на всех этих автомобилях присутствует. Да, выглядит это, конечно же, немного получше. Но я думаю, мусолить вот этот вот салон, это, в принципе, не стоит. Кстати, заметьте, у нас двойная кабина нормальная. Есть еще полторушечка, которая двухдверная, но задний ряд урезан. И одинарная кабина, но с большим кузовом. То есть, кому что надо. Здесь конкретно машина покупалась для того, чтобы просто ездить с семьей, как обычный автомобиль. Не для пикаперских целей. Просто необычный кузов, это всегда прикольно. Да, места здесь до хрена. Оп-оп-оп. Разбежался, сел. Ногу на ногу можно закинуть. То есть никаких проблем с этим нет. Да, машина интересная. Но в движении это, конечно же, сущий ад. Так, мы переключаемся в полный привод и будем, наверное, сдавать назад, так как впереди очень такой песок рыхлый. Я боюсь, что мы туда не проедем. Ура! Мы выехали все-таки задним ходом. Итак, выехали более-менее на твердую поверхность, включаем монопривод, так как с полным у нас невозможна езда, в принципе. Хотя тундроводы ставят от какого-то Lexus, по-моему, 570-го раздатку, и получается полноприводная тундра, которая постоянный полный привод, но при этом возрастает расход. Вот смотрите, если вы хоть немножко понимаете физику и какие-то имеете представления о том, как строят японские машины, в частности Toyota,
вы можете меня понять. Вы можете понять те чувства, которые испытывает водитель, сидя за рулем Toyota. Связь с рулем, руля с колесами, она определенно есть. Ведь если я поворачиваю руль, машина, в принципе, следует тому направлению, куда показан путь, мои мысли. Но, да, это все сложно понять. Также все сложно устроено и здесь. То есть, механически вроде колеса с рулем связаны, но фактически связь это какая-то призрачная. Да, второе. Физика опять играет большую роль, и поэтому вот этот 5,7, он прикольный, он бурчит классно. Да, вот так вот. А с этим, о, смотри, поворот. Это очень опасно. Тем более на нестандартной такой большой резине вваливать в повороты, это просто бред. Из-за того, что у нас сзади мост обычный, задний ряд трухает очень-очень сильно. Но если туда пригрузить полтонны, все, в принципе, становится менее критичным. Также колея. У нас очень плохие дороги, и попадая в колею, ее так немного начинает тягать. И это при том, что мы сейчас едем 70 км в час. То есть сейчас мы разгонимся чуть побольше, и экшен начнется нормальный. Но опять же. Оп. Как в этой песне, там харизма, харизма, да? Меня так манит харизма. Именно из-за этого эту машину как бы и выбирают основной. Ведь на ней можно ездить в принципе везде. Она не должна делать мозги. Вот кикдаун. И это мы на газу едем. То есть сейчас мы остановимся, размерим, померяем разгон до соточки. То есть вот мы едем сейчас по трассе соточку. Я не могу взять и отпустить руль. Не, ну я могу, но это стрёмно. Поэтому я этого делать, конечно же, не буду. Соточка. То есть вот примерно вот так вот разгоняется. Вроде как физику особо не нарушает, но тем не менее быстро. Относительно, опять же. Это не СРТ, но уже и не гелик. А, еще из приятной плюшки здесь задний диф уже с блоком. То есть, да, без блока, конечно же, проходимость вообще была бы никакая на заднем приводе. Вот смотрите, еще один прикол. Опять же, V8, казалось бы, по трассе расход должен был быть также огромен. Но несмотря на то, что здесь стоят большие колеса, расход, если ехать 90-100, получается литров 12-13, 15 иногда. А, соответственно, на родных маленьких колесах, ну, относительно маленьких, то есть литров 11-12 по трассе можно выжать. Газа, газа. Трах. 5, 4, 3. Ой, мы первые со светофора ушли. Киевский прокурор. Он бабушка, мне тебя жаль. Вот, в городских реалиях использование такой машины, в принципе, тоже имеет смысл. Но если у вас город не миллионник, то есть парковаться в миллионнике, где-то особенно в центре города, это будет сложно. Но так как у нас город маленький, здесь можно ездить, в принципе, спокойно. Сидишь высоко, далеко глядишь. То есть вот на уровне спринтера сидишь. Опять же, звук выхлопа. Да, сок. Интересно, какой у него тормозной путь. Тормозной путь? Я думаю, мы сейчас это проверим. То есть, конечно же, да, физика опять нас подводит. Никаких неожиданностей. Это при том, что здесь стоят типа тюняжные суппорта от ТРД и тормозные диски с перфорацией. То есть, как бы, могу предположить, что сток это еще хуже. То есть, на этой машине лучше не останавливаться, лучше всегда наваливать.
Ну а самое веселое место в этом автомобиле, это, конечно же, в кузове. Это был кабинотест, автомобильные видосы ни о чем. Подписывайтесь на наш канал. А ты подписан на мой канал на YouTube? Ну, как называется? Кабинотест. Нет. Подпишись. Хорошо. Спасибо. Thank you.